Канск зарос гигантскими сосульками. Они словно огромные ледяные гирлянды свисают после праздников с крыш многоэтажек. Такую картину можно увидеть даже на центральных улицах города. Например, на 40 лет октября наледь образовалась еще до серьезных морозов, рассказывают люди. Часть жилых домов очистили, а где-то сосульки так и висят, угрожая прохожим. Местные жители жалуются, а коммунальщики не хотят решать нетипичную для января проблему. Из-за нависшей прямо над головой опасности людям приходится быть бдительными. Я обхожу стороной сильно. Я видела, с той стороны вот сбивали сосульки дня три назад, наверное, работники. А с этой стороны у нас никто не сбивает. Конечно, страшно. Не убирают, наверное, или как, не сбивают. Мы уже обходим так. Ну, кто понимает, а кто идет на, как говорится, на риск и попадет вот так вот, кругом сосульки –